Один укол, чтобы запустить защитные силы организма и подготовить его ко встрече с вирусом. В детской больнице Первоуральска стартовала прививочная кампания против гриппа. В этом году в Свердловскую область поступило 204 тысячи доз вакцины против гриппа. По словам медиков, детей будут прививать эффективной и хорошо зарекомендовавшей себя вакциной «Ультрикс», которая формирует высокий специфический иммунитет против гриппа А и Б, сохраняющийся до 12 месяцев. Те дети, которые посещают детсады и школы и не имеют медотводов, будут привиты в плановом порядке. Всех остальных приглашают на бесплатную прививку от гриппа в процедурный кабинет детской поликлиники. Перед вакцинацией необходим осмотр участкового педиатра и соответствующее разрешение от него.